Рисунки особенных детей из Западно-Казахстанской области украсили выставочные залы всех регионов Казахстана. Организатором экспозиции выступил благотворительный фонд «Аялаган Алакан», волонтеры, которые бесплатно обучают детей рисованию. Проект реализуется при поддержке Управления молодежной политики и молодежных ресурсных центров регионов страны. Подробнее об особом искусстве в следующем материале. Они видят мир по-другому, более ярче, острее и эмоциональнее. Очень умные, но с трудностями в общении. Эти ребята с радостью рассказывают о своих работах, так как творчество для них – один из способов социализации. Анастасия Осиновская и Казбек Ужумабекова рисование дает возможность не только увидеть мир в красках, но и обрести уверенность в себе. А как нам известно, искусство лечит. Мне очень нравится ходить на рисование. Я люблю рисовать животных, природу и многое другое. Я хочу стать учителем художника, чтобы учить детей. Я очень люблю рисовать. Моя мама гордится моими успехами. Мне нравятся яркие цвета и необычный сюжет. В этом году жители всей страны смогли увидеть результаты арт-терапии особенных детей Приуралья. Идейным вдохновителем проекта является руководитель благотворительного фонда «Аялаган Алакан» Рада Хайрушева. Одновременно художественная выставка проходила во всех регионах Казахстана. Например, в ресурсном центре Туркестанской области было представлено 20 работ. На протяжении нескольких лет на постоянной безвозмездной основе мы обучаем детей с особыми потребностями живописи. Это дети, воспитанники специальных школ-интернатов с нарушением зрения, с нарушением интеллекта, с нарушением слуха и речи. Наши преподаватели-волонтеры обучают детей на безвозмездной основе и сами также работают как волонтеры. Работы детей просто шикарны. Ежегодно мы проводим выставки работ воспитанников специальных школ, интернатов. Уроки рисования помогают ребятам с особыми потребностями почувствовать этот сложный, яркий и многогранный мир. А такие проекты показывают нам мир глазами детей. В будущем активисты Западно-Казахстанской области планируют расширить географию и организовать выставку в других странах. Альбина Кумургалиева, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.